Xiaomi выпустила умную скороварку за $88. Компания Xiaomi выпустила новый продукт для кухни и умного дома. Электронная скороварка Xiaomi получила незамысловатое название Xiaomi Electric Pressure Cooker и поддерживает подключение к домашней сети по Wi-Fi. Скороварка вошла в линейку продуктов Xiaomi, управляемых через единое мобильное приложение Mijia. Через приложение можно устанавливать различное время готовки для разных продуктов, температурный режим и давление, в соответствии с рецептами. Имеется экран OLED для упрощенного управления. В скороварке предусмотрены специальные регуляторы давления, чтобы избежать традиционных для таких агрегатов проблем с безопасностью. Скороварка поддерживает давление до 1,7 атмосфер. Xiaomi Electric Pressure Cooker начнет продаваться в Китае по цене $88 16 января.